Так, умеру? Thank you.
Oh.
Боже, очисти мя грешно, да и помилуй. Боже, очисти мя грешно, да и помилуй. Боже, очисти мя грешно, да и помилуй. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сей вся исполняет, сокровища благих и жизни податель, приди и вселися мы, очисти на от всяких скверных, спаси блажи души наши. Слава Вышних Богу, и на земле мир человеца благоволение. Слава Вышних Богу, и на земле мир человеца благоволение. Господи, уснем и отверзивши уста мои, возвестят хвалу. Время сотворите, Господи, и мы священники, и мы благословен Бог. И исправит Господь стопы ваши. Thank you.
перетянувши сами себе друг друга и живот наш Христу Богу предадим. Oh.
апостола и евангелиста Марка.
Святаго Евангелия чтения. Во время оно, внидя Иисус в Капернаум, под небе слышано бысь, яко в дому есть. И обе собравшися мнози, яко же, кто мог не вмещатися ни при двери, и глаголаше им слово, и придоша к нему носящий расслабленно жилами, носимо четырьми, и не могущим приближитися к нему народа ради, открыша покров и те же бе, и прокупавши свесиша одра, на нем же расслабленный лежаше, видев же Иисус верует, глагола расслабленному, чадо отпущаются тебе грехи твои. Пях уже нет, и от книжник то, сидящий и помышляющий в сердцах своих, что сей так оглаголит хулы, кто может оставлять и грехи, токмо един Бог. И обе разумев Иисус духом своим, яко так оти помышляют себе рече им, что сие помышляете в сердцах ваших, что есть удобие, речи расслабленному, отпущаются тебе грехи, или речи восстани и возьми одр твой и ходи. Но да увесте, яко власть имать, Сын Человеческий на земли отпущать и грехи, глагола расслабленному, тебе глаголю восстани и возьми одр твой, иди в дом твой, и восстави, и взем одр, и зыди пред всеми. Яко дивитеся всем и славите Бога глаголющим, яко николи же тако видехом. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется, и внидет, и зыдет, и пажить обрящет, тать не приходит, разве да украдет, и убьет, и погубит, аж придох, да живот имот, и лишь имот, аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемники же несть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядуща и оставляет овцы и бегает, и волк расхитит их и расходит овцы. А наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. Аз есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя, яко же знает мя отец, и аз знаю отца, и душу мою полагаю за овцы. Иные овцы и мама, я же не суть от двора сего, и ты ами подобает привести, и глаз мой услышат, и будет едино стадо, и един пастырь, и духови твоему.
Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно его видеть и Бог.
Oh.
Oh.